Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Выиграть мемориал Алексея Каранова – дело чести любого молодого самарского спортсмена по греко-римской борьбе. Команда первой школы Олимпийского резерва выставила 5 участников. Для многих это не первые соревнования в жизни, но хороший трамплин для серьезных побед. На наши соревнования стремятся люди попасть. Да, они довольно-таки серьезные, являются предподготовкой к основным соревнованиям. Начинали такие легендарные личности, как Алексей Мишин, олимпийский чемпион, Юрий Макеев, мастер спорта международного класса, Александр Карно, мастер спорта, призер первенства мира в городе Чикаго. Алексей Каранов тренировал куйбышевскую молодежь и детей в конце 20 века. Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе организовал секцию в спорткомплексе «Спартак» на Ярошевского. Кроме чемпионов, он воспитал и целую когорту тренеров, которые уже после него продолжили его дело. Основной наш девиз, который и Алексей Иванович Каранов всегда говорил своим воспитанникам, я его запомнил: «Борьба – путь к победе». И поэтому те маленькие поражения, мы их называем маленькие, они, это первый шаг к большой победе. И вот Алексей Иванович вот своим трудом воспитал вот этот характер в человеке, волю к победе. В 26-м турнире памяти Каранова боролись 12-летние подростки. Не только Самары, на ковер выходили представители греко-римской борьбы Оренбурга, Саратова, Уфы, Саранска и Йошкар-Олы. Всего 120 спортсменов. Есть определенные ребята, которые уже показывают хорошее мастерство, которые уже занимались уже несколько лет. Есть, конечно, еще и послабее, но турнир заслуживает внимания. После мемориала Алексея Каранова сборные начнут готовиться к более престижным турнирам, первенствам ПФО и страны. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!